Газ уже. С места сказал газ. Ну, что, да. Соглашусь и не буду отрицать, что газ решит глобальную экологическую проблему всего Красноярского края. Вот. 28-й год, труба до Красноярска, когда она 26-й, мы думаем, она дойдет до Ачинска. 26-й, мы думаем, дойдет до Ачинска. Вся проблема Назарова будет заключаться в том, заставим ли мы ГРЭС перейти на этот вид топлива или нет. Труба вот появится только тогда, если нам удастся это сделать. Пока позиция СГК такая, что они не планируют переход на газ, пока, по крайней мере, официальная позиция такая. Но правительство Красноярского края работает в этом направлении, и все-таки будем на этом настаивать. Еще должны понимать, что если мы переходим на газ, да, изменится тариф, потому что будут вложения. Об этом тоже нужно говорить, потому что Новосибирск тоже этот путь прошел. Как только перешли на газ, выросли тарифы, естественно, жители были недовольны. В общем, проблем здесь много, постепенно мы их будем решать. Но еще раз говорю, газ Назарова, на мой взгляд, железно появится тогда, когда ГРЭС разработает программу по переходу на этот вид топлива.